Всем привет, ребята, с вами ваша Маша Маева. Мы находимся в ТРЦ Июнь в батутном центре Flip and Fly. В этом видео будет со мной снова Антон. А вы кто думали? Конечно же он. И сегодня у нас будут три эстафеты. Первый раунд, поехали. В первом раунде по длинной и достаточно узкой траектории мы будем бежать вот так вот, обняв наш апельсин на время. Кто быстрее, тот и победил. Без наказания, ребята. Да. Кто первым будет играть, мы сейчас узнаем. Скидываемся, Антон. Раз, два, три. Ты первый. А ты не говорил, что первые ножницы. Я еще хитер. Да, давай еще раз. Да, блин. Первые ножницы. Ну вот это хорошо. Суефа. Суефа. Блин, ты первый. В смысле? Ты проиграла, ты первая. А, я первая, да. Я первая, ребят. Значит, Антон засекает время, а я бегу. На старт. Внимание. Марш! На самом деле, я думаю, Антон проиграет. Выйди меня отсюда. Пожалуйста. На старт. Внимание. И... А я просто не понимаю, скажите, пожалуйста, как Антон все время выигрывает? Как? Блин. Потому что я больше делал прыжков на батуте. Вот. Решили то, что мы сейчас будем сниматься в касках. Просто потому, что это небезопасно, это смешно. Потому что это квартирный ремонт. Семья Ивановых, мы вас отремонтируем. Куда делись батуты? Батуты сейчас вернутся, но, пожалуйста, посмотрите эту часть до конца и обязательно продолжатся батуты. Итак, я уже пришла на место и вот что я вам хотела показать. Это Мотя. Такой просто пуп. И получать удовольствие? И получать удовольствие. О, такая подушка мягкая, ого. Ну, серьезно, прям угонит. Смотрите, кто прищур. Ты будешь со мной на процедуре, да? Вся недавно вышла. Расскажите, что из себя представляет массаж? Вы выполняете ротационно-компрессионный массаж AirSleep, который прекрасно лепит фигуру, борется с целлюлитом, делает вашу попку подтянутой упругой, прекрасно подходит для спортсменов, прекрасно подчеркивает рельеф, быстро достигаются результаты. За первую процедуру уходит минус 1,5-3 сантиметра, а бывает даже и 5. 1,5-3 сантиметра, да? За одну процедуру? Да. А сколько сюда длится процедура? Процедура длится в среднем 50 минут. Угу. Мы делаем все тело, от пяточек до ваших ручек. Редко после какой процедуры я остаюсь довольной. И редко куда хожу. Но тут мне очень понравилось, потому что массаж такой, как будто бы промяли тебе все, что у тебя есть. Так что, девчонки и парни, почему бы нет, если вы хотите себя привести в порядок, приходите на процедуру AirSleep в этот салон Omni Beauty. Мне тут очень понравилось. Реально крутая атмосфера и тихо. Так что все нужные ссылки я оставлю в описании, переходите. Ну а теперь продолжаем, посмотрим, кто же из нас с Антоном все-таки проиграет. Внимание! Ты, Машка, лохня. Ребята, у нас остался последний заключительный раунд, третий раунд. В третьем раунде нам надо будет пробежать очень длинную эстафету. А показывать, как она будет выглядеть, я не буду. Мы сразу приступаем к действию. На старт! Внимание! Поехали! Жесть, какая-то бешеная, просто, мне кажется, она сейчас выиграет. Она застряла, но это... Все, я проиграл, мне кажется. О, она уже вылезла.
Снимай, снимай, снимай. В общем, ты пробежал за 55 секунд. И при том, то, что ты там замешкалась там, это очень быстро. И я уже прям, честно, ну, боюсь. Но, естественно, я постараюсь, и я сделаю все, что можно. Как она дышит, мне уже страшно что-то делать. Иди давай. На старт. Внимание. Марш! Офигеть, он быстрый. Как он стрёмный-то уже сверху, а? Итак, человек подходит к цели, и сейчас он должен замешкаться, по идее, дольше, чем я. Нет, почему ты такой быстрый? Бежи! Ясно. Бежи! Беги! Ой, беги! Давай, давай, давай! Блин, он это делал гораздо быстрее, чем я. Это совершенно нечестно. Антон, пожалуйста, нет! Ну, будь помедленнее! Нет! Ну, нет! Ну, нет! Ну, почему? Ну, как ты так быстро? Бум! Ну, как? Ну, блин, ну! 33, блин! Боже, я опять проиграла в этом выпуске. Ну, что за... Ставьте больше лайков, чем на предыдущем видео, и тогда я придумаю какую-нибудь другую развлекаловку, где я обязательно выиграю Антона. Ой, да я здесь. Ну что, мои дорогие друзья, с вами был Антон Лав. И Маша Маева. Всем пока!